В Москве прощается с Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида несколько часов идет в концертном зале имени Чайковского. Телеграммы соболезнования поступают со всего мира. На траурную церемонию пришли как первые лица государства, ведущие политики, так и простые зрители, поклонники творчества. Подробности у Екатерины Грачевой. Нескончаемым потоком сегодня шли и продолжают идти люди сюда, в концертный зал Чайковского. И также беспрерывным потоком звучат песни Иосифа Кобзона, также в этом зале. Сегодня даже приходилось ограничивать частично движение по Тверской улице и по Садовому кольцу и перекрывать выход станции метро Маяковская к концертному залу. Такой большой наплыв людей, друзей, соратников народного артиста пришли проводить его в последний путь. Сегодня лично проститься и выразить слова соболезнования приехали Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев. Телеграммы со всего мира присылают семье Иосифа Кобзона. Это телеграммы, начиная от Беларуси Александра Лукашенко, заканчивая КНДР председателем Ким Чен Ыном. Ну, нужно сказать, что близкие друзья, которые на протяжении долгих лет работали и дружили с семьей Иосифа Кобзона, иначе как Йоси его не называют. Лев Лещенко, Владимир Винокур сегодня вспоминали, как он помогал им в самых трудных жизненных ситуациях. Когда Владимира Винокура журналисты спросили, помнит ли он последнюю встречу, он сказал, нет, и хочу ее забыть, потому что я не прощаюсь с Иосифом Кобзоном. Для меня он жив, потому что он жив в моем сердце. Винокур рассказал журналистам, как тот помог ему в Германии. Врачи после сложной автокатастрофы хотели ампутировать ему ногу, а благодаря участию Иосифа Кобзона его перевели в Москву и провели успешную операцию. Наши военные врачи спасли ему жизнь и здоровье. Любил Игоря Давыдовича не только как певца, как выдающегося человека. Мы его звали скорую помощь, мы приходили на помощь всем и родным, и близким, и чужим людям. Гений музыки, народное достояние, любящий муж, отец, друг. Вот в основном слова, которые сегодня звучали об Иосифе Кобзоне, а еще патриот своей страны. Все вспоминали, помимо его творчества, его наследия, которое он оставил музыкального, и то, какую он роль сыграл в жизни многих людей. Во-первых, выступал на протяжении всей своей карьеры, жизненного пути перед военными. Впервые в 1969 году, а в последний раз совсем недавно на военной базе в Сирии перед нашими солдатами на базе Хмеймим. Был он и в Чернобыле сразу после аварии, и несколько раз выступал в Афганистане. Сразу после землетрясения в Армении в 1988 году, когда еще разбирали завалы. В Норд-Осте, какую он роль сыграл во время переговоров с террористами. Тогда, благодаря его усилиям, удалось спасти троих заложниц, в том числе беременную женщину. Вот она своего сына назвала в честь Кобзона Иосифом. Тот факт, что здесь сегодня представители самых разных поколений, самых разных профессий, это и артисты, Алла Пугачева, Лариса Долина, Лев Лещенко, это и Василий Лановой, Юрий Антонов, Ирина Винер, Артур Челенгаров, Владислав Третьяк и представители Госдумы. Все сегодня здесь, все сегодня пришли проводить последний путь Иосифа Кобзона. Постоянная работа, постоянные поездки, постоянные гастроли, постоянные люди. Всем оказывал помощь. Каждому стремился помочь. Все к нему обращались. Ни одну просьбу он не оставлял без внимания. Ходил по кабинету, пробивал, добивался, решал, помогал людям. Завещание, которое он сделал после 1997 года, тогда умер его друг, худрук театра эстрады. И вот он хлопотал о месте для него на Новодевичьем кладбище. И места не было. Вот тогда он узнал, что друзья для него держат место на Новодевичьем кладбище. И он его отдал для похорон своего друга. А после этого он сделал последнее завещание, где просил о том, что покоиться он хочет рядом со своей матерью. И это его последнее желание будет исполнено через несколько часов на Востряковском кладбище. Екатерина Грачева, Андрей Потапов, «Вести».